Люди старшего поколения хорошо знают и помнят телеведущую Валентину Леонтьеву. Ее имя – это теплые воспоминания о детстве. Тетя Валя ждала ребятишек у экранов телевизора в эфире программ «В гостях у сказки» и «Спокойной ночи, малыши». Взрослые же с нетерпением ждали трогательную и искреннюю передачу от всей души. В Леновскую область Валентина Леонтьева приехала в эвакуацию во время Великой Отечественной войны. Сюда же вернулась и после окончания звездной карьеры. Отдавая дань памяти таланту народной артистки СССР, правительство Ульяновской области присвоило ее имя Ульяновскому театру кукол, напротив которого возведен памятник телеведущей. Валентина Леонтьева – главная персона международного фестиваля «От всей души», в рамках которого ежегодно проходят вечера ее памяти. Валентина Михайловна нет в живых уже 17 лет, но в Ульяновской памяти телеведущей жива до сих пор. Валентина Михайловна, прежде всего, это ассоциация с детством, со сказкой. Это воспоминания о теплых, приятных семейных вечерах, когда родители смотрели передачу от всей души. А в воскресенье с утра мы всей семьей, мама, папа, я и младший брат, смотрели «В гостях у сказки». В день рождения Валентины Михайловны к ее памятнику по традиции возлагают цветы. В этом году известной телеведущей исполнилось бы 101 год. Родственники Валентины Леонтьевой тоже отмечают праздничный день. Вот дома у себя как-то в семье отмечаете день рождения? Конечно, конечно. Скажите. Ну как? Вот сегодня, например, приедет дочка с мужем. Раньше мы отмечали все мама, все сестры. Как обычно, как все отмечают дни рождения. Также в день рождения легендарной телеведущей в Ульяновском кинофонде прошла интерактивная выставка о телевидении прошлого и настоящего. Выставка детских рисунков любимой тети Вали посвящается, а также мастер-класс по анимации. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.